Добро пожаловать, дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Макс Тюб, и мы продолжаем проходить игру под названием Heavy Rain. Часть у нас уже 9. Так, мы остановились на том, как мы попали на площадку для гольфа, для мини-гольфа, да. И с кем-то мы должны поговорить, видимо. И мы сейчас играем за Скотта Шелби. Так, видимо, к нам кому-то надо идти. Угу. И поговорить с каким-то человеком. Но перед тем, как начать проходить эту часть, я хотел бы сказать кое-что о нашем прошлом видео, где мы Итаном проходили опаснейшее задание где-то на электрозаводе. Или, ну, где-то там, короче. Мы там проходили, и там были рубильники. Электрические рубильники, и там мы должны были пройти через них, но, к сожалению, я, как говорил, не нашел никакого пути, но потом, когда уже закончил съемку, я потом уже сам попробовал просто для интереса, может, как-то можно пройти, но я все-таки как-то туда дошел, но я играл с другого сохранения и нашел. И мне прислали, опять же, на телефон Итану остальные буквы или цифры, где находится. Я не стал говорить об этом, Лорен. Шон. Потом просто заеду за ней. То есть Итан. Итан. Ну и ну. Старый приятель. Ладно, все. Возвращаемся к Скотту Шелби, к нашим заданиям. Так. Так, кто это такой? Недурно. Спасибо. Проходите, мистер Шелби. Не хотите ли кофе? Нет, спасибо. Играйте. Я пробовал. С тех пор владелец поля жаждет моей крови. Занятный вид спорта. Требует силы, хладнокровия, а также меткой руки. А вы не хотите попробовать? За судьбу лужайки не беспокойтесь. Ладно. Снимайте пиджак, берите клюшку. Так, видимо, нам сейчас придется поиграть в мини-гольф. Чтобы продолжить разговор. Так. Берем клюшечку. Мячи в той корзине. Спасибо. Я заметил. Ну, не знаю, как я, но я мини-гольф как-то не очень люблю. Не знаю, какая это игра. Для меня самое как-то главное, скучновато играть. Держать клюшку. Подготовились? Удар. Сейчас. Так, стоечка. Замах, по-моему. Да, вот сейчас замах. И удар. Неплохо. Похоже, у вас способности. Новичкам везет. Это точно. Думаю, вы позвали меня не в гольф играть, мистер Крамер. Мистер Крамер. Знакомое что-то... С моим сыном. Фамилия знакоменькая. Верно. Я хочу знать, как именно Горди связан с делом мастера Орига. А, это, наверное, мне так кажется, это отец Горди Крамера, ну, того, что мы были на у него на вечеринке, подрались с его охраной. И где он еще говорил, что он мастер оригами. Но это не так. Мой так это его папаша, короче. С этим делом. Тогда ему нечего меня опасаться. Я не позволю подозревать моего сына. Он здесь ни при чем. При всем уважении, мистер Крамер,
Кого подозревать, это мое личное дело. Я влиятельный человек, мистер Шелби, и высоко ценю верных людей. Пытаетесь меня купить? Скорее пытаюсь объяснить, что в ваших же интересах. Сколько будет стоить мое спокойствие? Вы меня не так поняли. Меня не купишь. Не трогайте Горди, мистер Шелби, иначе пожалеете. Удачи, мистер Крамер. Сейчас же, опять же, играем за Итана Марса. Так, напоминание, многократно нажимайте указание, кнопку до тех пор, пока ее изображение не пропадет. Все еще помню. Так, загрузочка. Четверг, время 7:47, количество осадков 78 миллиметров. Так, куда это он приехал? Опять же, наверное, на задание. Или вряд ли. Ну, во-первых, мы реками не прочитали. Или все же прочитали. Какой-то подъездик такой старенький. Весь, блин, замусоренный. Что это такое? Marble Street 9711. Адрес верный. Но что я должен найти в этой дыре? Так вот я тоже спрашиваю, что в этой дыре найти я должен. Фарфоровые ящерицы. Выглядят совсем новыми, в отличие от всего остального хлама. Угу, понятно. Шон. Где ты, Шон? Воет ветер на улице. Так, а что там внутри? Ключ, наверное, или что? От двери какой-то, или что там? Во! Видите, как предугадал. Тут был пожар. Все в саже и копоти. А, пожар. Силы никак не вернутся. Я еле стою. Ну, понятно. Боль возвращается. Кажется, лекарство перестает действовать. Так, что там такое? Так, не понял. Ага, вот, все. Ходим. Фу, шо это тут, блин? А, все еще пожар, ну да. Ну, мне так кажется, опять же, очередное испытание. Ну да. Испытание мастера оригами, опять же, чтобы заполучить остальные цифры, буквы, все такое. На столе GPS. Ну понятно, ладно. Что мы должны сделать? Давайте включим и прослушаем, какое опять будет безумное задание. Пять минут и... Что? Отрезать палец? Капец. Ну и? Может сразу голову отрезать, а? Или ногу? Блин. Точно, безумное вообще задание. Так. Придется пройти через это. Так, что мне нужно сделать, а? Ради Шона. Так.
Давайте, может... Ага, вот, давайте положим сначала все или как? Давайте, может, прослушаем, что там, может, еще нам дадут? Нет-нет, давайте все-таки что-то поищем и что-то сделаем. Надо найти достаточно острый предмет, чтобы отрезать чисто. Нельзя кромсать по-живому тупым лезвием. Ага, все понятно. Ладно, давайте еще вот эту палочку... Ага, железяку вот эту. Железную палочку подберем. И положим. Может пригодится, я не знаю. Ладно. Так, что тут еще есть у нас? Под... Ой, да не садись, блин. У вас осталось 4 минуты 30 секунд. Фух, еще время есть. Так, пилка. Блин, подойдет. Надо продезинфицировать рану, иначе я умру от заражения. Так, диван, диван. Да блин, не сиди. А, тут только посидеть. Ну, понятно. Отрезать палец? Ни за что на свете. Если сделать все правильно, я могу выжить. Так, должен нож. Должен быть способ это сделать. Ложу. Пригодится, думаю. Это немыслимо. Но я думаю, все-таки, ребят, надо, наверное, все-таки отрезать палец, потому что заради Шона. Так, подождите, что это, что это? Нет, берем, конечно, конечно, берем, берем. Так. Так, давайте умоемся, как хорошенько. Уже сколько тут пыли. Я не могу отрезать палец. Просто не могу. Так, у нас еще много времени. Я готов на все. Так что, на все, кроме... ребят, думаю, придется нам и отрезать палец. Так, приди... Дезинфицировать сначала надо. Так, 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 давай, давай, быстрее. Медленно. А, блин. Это же это. Алкоголь. Алкогольный напиточек. Все, хватит, хватит пить. Так, на что первое? Давайте вот этот осколок возьмем. Острый, наверное. Так, теперь берем железную палочку, так. Фу. Почему не может? Попытаться. Так. L1. R1. Ну-ну. Как на это смотреть? Вперед. Так, 3 минуты у нас остается еще в запасе. Ай-яй-яй! И... Блин, какая боль. Ну, все заради сына.
Так. Под столом. Все, мы прошли. Фух. Блин, ну так жалко, блин. Итана. Так, остальные буквы и цифры смотрим. Но для начала видео доказательство, что... Что он жив? Все, уходим. Так, сейчас играем за очередную нашу героиню. Так, вы получили доступ к новой награде. Хорошо, Мэдисон, хорошо. Так, и что это у нас за сценочка тут, а? Так точно, лейтенант. Мы на позиции. Отлично. Не понял. Ничего не предпринимается до приказа, ясно? Схватим его, как только он будет. А, так это точно. Получается наш дружок с ФБР Норман и его Картер Джейда, что они хотят, наверное, Итана арестовать, мне это кажется. А вот и Мэдисон. Присяжные поймут, да? Теориями и железными фактами. Такая нелегкая ее принесла. Если выйдет Макс, ей крышка. Что делать, Этина? Привезти ее? Нет, дать сигнал. Так, быстрее, наверное, встаем. Так, где наш Итан? Ищем Итана, пока наши два дружка с полиции не поймали Итана. Надо быстро все действовать, очень быстро. Наверное, сейчас будем убегать или как? Так. Полиция не ищет меня. Я могу просто войти в здание, никто не обратит внимания. Да, конечно. Надо предупредить Итана. Так, куда ж нам идти? Я что-то не понял. Полиция оцепила здание, в котором сейчас Итан. Да. Так, вроде правильно идем, да. Блин. Так, я не... Ага, мы не туда пошли, все понятно. Вот это здание. Так, заходим. Заходит внутрь. А, это вот это здание, где как раз находится сейчас, где Итан себе отрезал палец. Вот здесь, по-моему, он сейчас находится. Там полиция, они за тобой. Пришли тебя арестовать. Надо ему как-то помочь. Так, как нам отсюда выйти, если полиция это снаружи? Что он там делает? Брать по моему сигналу. Так, отодвигаем. Так, что-то тут должно быть. Мы должны что-нибудь придумать. Так, для начала давайте это отсунем отсюда. Там должно, наверное, быть окно. Ага, вот оно, да. Окошко. Так, и через это окошко мы и вылезем.
тихонько и незаметно. Наверное, если так получится. Так. Черт. Слишком высоко. Так, высоко, высоко. Ну тогда. Окно слишком высоко. Ящики, вон, как раз она только что хотела сказать. Я смогу подтянуться и добраться до окна. Так, ящик, ящик. Давайте, давай, 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 тяни. Я дам отмашку. Будь здесь, Джеймс, не обсуждается. Я иду с вами. Видите, как она даже... Мэдисон вообще молодец. Старается. Все для Итана. Молодчина. Так, я думаю, что они сейчас не откроют ничего. Так, быстрее берем Итана. Давай, давай, Итан же. Дружище. Все. Быстренько мы все сделали. Повезло как. Фух. Ну что, упустили? Все. Быстрее, быстрее идем. Не могу. Руки вверх. Ты же не стрельнешь, дружище. По переулку бегут мужчина и женщина. Нас заметили. Надо уходить скорее. Быстро все вниз. Они в переулке. За ними. Так, быстрее, быстрее уходим. Метро. Так, куда это? А, метро. Так. Полиция у нас на хвосте и выхода нет. Скорее. Так, надо, видимо, тут пробочка. Это большой плюс для нас. Так они не смогут, я думаю, нас поймать. Давай, давай же, Итан. Давай, через Мэдисон. Вход в подземку. Это наша единственная надежда. Не, ну на самом деле уже бы давно бы поймали наших героев, но так задумана игра, что, наверное, они все-таки не смогут поймать. Может быть, я не знаю. Может быть, в этом моменте, если бы мы ничего бы не делали, ничего бы просто стояли тупо на месте, могли бы нас и поймать, мне так кажется. И тут что случилось? Надо скорее идти. Так, задыхается наш Итан. Ай-яй-яй, плохо дело. Так, на эскалатор идем сейчас. Видимо. Платформы. Это единственный выход. Скорее. Платформ. Они повсюду. Пытаются загнать нас в угол. Толпа. В толпе легко затеряться. Так, а куда ж идем-то, а? Где здесь свободно? Платформа. Это единственный выход. Скорее. А, вот-вот-вот-вот. Все. Раз. Блин, а куда ж они-то убегут, если... Куда ж мы убежим туда? Ну, разве что только на метро уехать. Я не знаю еще. Ну, придумай что-нибудь. Надо перебраться через... Скорее! Скорее! Иди, скорее, наши собьем! Так, я не понял... Хуже и хуже. Что с ним происходит? Так, а куда ж-то идем, а? Ой-ой-ой, там же... Блин, метро же едет сейчас его. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, дружище. Фу, как повезло. Ну вот нас и поймали. Ну, если я не ошибаюсь, нас по-любому бы поймали бы. Во-первых, потому что некуда было бы идти.
Да, вот Мэдисон не помогла. Не удалось спасти Итана. Так. Агентик ФБР. Норман Джей. Сейчас будем играть за него. Так, загрузочка. Что-то долго. Все. Не мне вас осуждать, Итан. Я хочу спасти вашего сына. Время еще есть, но совсем немного. Ну уже, Итан, что вам известно? Так. Откровение давайте выберем. Давайте поговорим на чистоту. Думаю, вы не убийца. Звучит нелогично, но у меня есть причины. Чтобы вас оправдали, мне нужна ваша помощь. Сейчас все улики против вас. Черт возьми, Итан! Где ваш сын? Давайте убеждать все-таки. Все окончено, Итан. Что проку от еще одной жертвы? А? Я похитил сына. Но я ничего не помню. Я не знаю, где он. Чтобы отыскать его, нужно выпустить меня. Только я один могу его спасти. Вы можете спасти его, но не знаете, где он. Объясните, как, Итан? Я люблю сына. Я люблю сына. Если останусь здесь, Шон обречен. Времени в обрез, Итан. Ей-богу, мотивы меня не волнуют. Я просто хочу знать, куда ты спрятал Шона. Я не знаю. Если б знал, где он, я бы уже его спас. Итак, в последний раз спрашиваю. На сей раз советую тебе хорошенько подумать. Где твой сын? Так. Говорю, все, уходим. Я не сюда. Знаю. Или что мы сейчас будем? А! Опять врешь. Давай, говнюк! Я давно дожидался случая. Давай, давай, козел! Узнаешь, что почему. Блин, лучше сейчас будет драка, это точно. Не нарывайся, Картер. Хочешь поиграть, говнюк? Давай, я готов поиграть. Ты спятил, Блейк! Ты вылетишь к чертям из полиции! А ну, выметайся отсюда, Норман! А то у меня руки чешутся размазать тебя по стенке! Так не пойдет. Я доложу обо всем капитану Перри. Выбивает признание из Итана Марса! Сделайте же что-нибудь! Что для вас важнее, Норман? Поиски малыша Шона Марса или права какого-то преступника?
Как говорится, лес рубят, щепки летят. Черт возьми! Итан Марс не виновен! Мы должны заняться поисками, пока остались шансы найти Шона живым! Вы просто устали, Норман. Вам надо все пофиг, знаете ли. Лишь бы быстрее дело завершить. Да, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, мы могли бы как-то предотвратить так, чтобы убежать вроде. Сесть просто на метро и уехать. Мы как-то могли, я вот помню, как-то играл, не помню, уже давно очень. По-моему, я как-то убежал, но... Мы... Не знаю, как будет дальше история, но я постараюсь. Постараемся как-то все уладить. Так, а что это у нас тут? А, поиграть на рояле, что ли? Все? Все, поиграли. Так, теперь за дело. Так, где это мы оказались? А, это ж... Ваша водка, сэр. Это ж ему все... Спасибо. Все так кажется. Вы уж извините. Что-то вид у вас грустный. Трудности с расследованием? Блейк считает Итана Марса убийцей. А вы? Мне казалось, против него есть улики. Да, верно. Но это нелогично. Не совпадает ни психологический портрет, ни область действия убийцы. Любящий отец, утопивший восьмерых и укравший собственного сына. Марс не мастер оригами. Ручаюсь жизнью. Тогда кто? Не имею ни малейшего понятия. Пересмотрите все имеющиеся зацепки. Да, именно этим я и займусь. Ну, сейчас и займемся зацепочками. Так, сейчас будем опять же расследовать. Сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Пытаюсь держать себя в руках, но это трудно. И все труднее и труднее. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. Так, в пустыне. Так, зацепочки. Зацепки. Угу. Карта, зацепочки, досье, так. Так. Это что-то новое. Запись камеры рядом с парком, сделанная в день, когда пропал Шон Марс. Вряд ли там есть что-то ценное, но как знать? Видеонаблюдение с района. Угу. Так. Так. Ага, исследовать. Давайте исследуем, как хорошенечко. 16.02 в сторону парка проехала «Шевроле» соответствующей модели. А в 16.37 она проехала обратно. Соответствует времени похищения. Может, это машина убийцы? Хм. Тоже зацепочка. Так, дальше ищем. Следы шин. Давайте исследуем. Так. Осталось мало времени.
Надо найти решение, иначе ребенок погибнет. Исследуем, да. Так, еще раз давайте попробуем. Так, вроде ничего. Видеонаблюдение. Жаль, что не видно лица водителя. Ну, это, конечно, плохо, да. А то это и мастер оригами. Так, вместо второго... Машина украдена. Посмотрим. В угоне подозревали некого Джексона Невилля, но обвинения сняли. Не хватило улик. Ага, удостоверение личности. Вот это, наверное, Джексон вот этот. Или кто это? Джексон Невилль, по кличке Джек Бугай. Несколько раз привлекался за торговлю угнанными машинами. Считается опасным рецидивистом. Он мог продать машину убийце. Не лучшая зацепка, но другой пока нет. Так, все, вроде мы все уже исследовали, да? Так быстренько. Так, играем сейчас за агента ФБР. Нормана Джея. Опять же. Все. Вроде мы все исследовали, так что теперь делать? Надо придумать, как вытащить Итана Марса отсюда. Даже если есть хоть малейшая вероятность того, что он говорит правду, я должен дать ему возможность спасти сына. Нутром чувствую, что Марс невиновен. Надо вытащить его отсюда. Марс сознался? Нет, еще нет. Он может быть виновен. Ну, может, может. Он путается в показаниях. Да, ну, прямо, да и вообще, даже не пытался сказать, что он не мастер оригами. Так, поговорим с нашими, начальником и в любом случае, коллегой, может. И я не верю, что он виновен. Он вообще не подходит под описание убийцы. Через час. Думаю, будет фурор. Вам не кажется, надо обсудить все с начальством. Наверное... Зачем? Нет, это глупо. Он пойман с полицией. Я разберусь сам. Это я и сообщу прессе. Так, ну что мы теперь делаем? Ага. Итан Марс невиновен. Он уверен, что никто, кроме него, не может спасти Шона. Вдруг он прав? Поставлю на это. Нужно вытащить его отсюда. Так, вытащить. Угу. Ну, я думаю, уже вытащим в нашей уже следующей нашей части. Ну что ж, ребята, спасибо за то, что вы вместе со мной посмотрели и все обдумали и все такое. Смотрели эту часть прохождения игры Heavy Rain. С вами был я, Макс Тюб. Встретимся мы уже с вами в нашей 10-й части прохождения этой игры, где мы будем уже, наверное, все-таки спасать Итана. Ну что ж, ребята, не забываем подписываться, ставить лайки, комментировать. Всем спасибо еще раз за просмотр, всем удачи и всем пока!